Ежегодный международный книжный фестиваль открылся в Тбилиси. Более 70 издательств представили свою продукцию в столичной филармонии. По замыслу организаторов, фестиваль должен послужить популяризации книги. Мероприятие проходит в столице Тбилиси уже в 12-й раз. Чем отличился нынешний книжный фестиваль и на какую литературу растет спрос читателей, выясняла Тамара Схомария. Читать произведение перед публикой Мака Гогиашвили пробует впервые. За пятиминутное выступление ей полагается подарок. Эту акцию одно из издательств устроило специально для книжного фестиваля. Мака выбрала подарок грузинского автора. Читать перед публикой было нелегко, но зато получила подарок. Я выбрала книгу Рамаза Чаишвили, так как с остальными представленными тут авторами уже знакома. Я впервые на этом фестивале, мне очень нравится. Детская литература, научные книги, а также электронные версии грузинских и зарубежных авторов. Все это можно приобрести в Тбилисской филармонии до 21 мая. Более 70 издательств и книжных магазинов предлагают свою продукцию со скидкой. А это сундук. В него посетители фестиваля помещают списки из 50 книг, которые, по их мнению, обязательно нужно прочесть в течение жизни. Приоритетом сегодняшних покупателей стали грузинские авторы. Я приобрела книгу грузинской прозы. Так она называется — «Саганзури». Я считаю, что это действительно «Саганзури», потому что здесь лучшие произведения этих писателей, конкретно Илья Чавчавадзе, я взяла. 12-й международный книжный фестиваль в Грузии впервые проходит без гостей. В этом году зарубежные издательства и авторы не смогли приехать. Хотя книг зарубежных писателей тут много. Международные организации, посольства, институты, музеи и библиотеки представили научную литературу. В рамках фестиваля состоятся презентации новых книг, а их авторы встретятся с читателями. Этот фестиваль способствует популяризации книги. По сравнению с прошлым годом, в Грузии выпущено большее количество книг. По статистике, в этом году издательства напечатали в два раза больше литературы, чем в прошлом. Это говорит о том, что интерес к книге в стране растет. Несмотря на разнообразие товаров, раскупают особенно активно детскую литературу. Спрос на сказки, стишки и повести для малышей растет с каждым годом. Перед такой качественной, красиво оформленной книгой трудно устоять и самому юному посетителю, даже если букв он еще не знает.